рассказываю про новую пациентку. Отец ее первый зам главы Росмеда и очень волнуется. А ты типа какая? А я типа здесь случайно. Рит, ты знал, что Яна ширяется? Конечно, знал, ты же ее подруга. Про наркотики знали все, кроме тебя. Что мне с ней теперь делать? Снимите комнату, купите мешок картошки. Пусть делает, что хочет. Главное, не давайте денег. Тоже из бывших? Да. Не понимаю. Больные больных лечат. А ты работу собираешься искать? 2 месяца у меня на шее сидишь. Андрея больше не дергай. А что мне его дергать? Он сам приходит. Чего ты его все время оправдываешь? Ну, он брат мой. Я скажу, вот что ты себя так ведешь? Тебе чего в жизни не хватает? У тебя все есть. Любые прихоти твои исполняю. Дает мне деньги, и я делаю то, чего он хочет. То, чего хочу я, его не волнует. Ты что, охренела, подруга? Ты что, с моим отцом спишь? Как ты могла вообще? Ты помнишь, на школу возил? Пациенты очень часто влюбляются в своих психологов и начинают преследовать их. Тебе больные важнее, чем я! Что ты их домой тащишь? Ты мне что говорил? Что дочка твоя, Яночка, девочка умная? Что проблем с ней не будет? А проблемы, как ты видишь, уже начались. В этот раз был Костя. В следующий раз будешь ты. Пусти! Теперь ты моя девочка. У нас правило, что один брат ухаживает, второй не лезет. Чего ты думаешь? Сисек нет, жопы нет, мозгов нет. Папа псих. Я тебя все равно найду. Ты меня знаешь, я тебя в психушку посажу. Будешь на привязи сидеть. Мам сказал, ты замуж выходишь? Чего ты не выглядишь счастливым? Я всю твою семью в асфальт закатаю. В самом деле сумасшедший. Давай! И ты такой же, поэтому мы вместе. Мы не вместе. Меня зовут Яна, и я наркоманка. Привет, Яна. Привет, Яна.